Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy Note 20. И сейчас мы разберемся, как очистить кэш данного устройства. Итак, для начала мы должны перейти в Recovery Mode. Для этого мы выключаем наш девайс. Зажимаем кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Потом следим, чтобы телефон выключился именно прям полностью выключился, а не просто потух. А еще важное замечание, вы должны быть подключены USB кабелем к компьютеру. Так, замечание сказал. Теперь ждем чуть-чуть, пока активируется зарядочка. Держим, продолжаем держать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. После чего переключаемся на кнопку увеличения громкости. Так, и сейчас отпускаем на секунду. Снова зажимаем кнопку увеличения громкости и кнопку питания. Когда появляется логотип, отпускаем кнопку питания. Но продолжаем держать кнопку громкости. Кнопку увеличения громкости. Итак, таким образом мы перешли в Recovery Mode. Так как сейчас наша задача очистить кэш, мы не можем здесь оперировать сенсором, то мы будем оперировать кнопками громкости. Кнопка уменьшения громкости значит идти вниз. И мы идем вниз к функции Wipe Cache Partition. Нажимаем кнопку питания для того, чтобы подтвердить. Спускаемся к Yes. Yes. Таким образом мы очистили кэш на данном девайсе. Reboot System Now, чтобы выйти с Recovery Mode. Итак, наш девайс включился. Чтобы его запустить, нам нужно ввести графический ключ. Пройдет активация телефона. И все, наш телефон будет работать как обычно. Но даже лучше, так как очистили мы весь кэш и немножко разрешим ему работать побыстрее. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!